Друзья, я вас всех приветствую. Я на все свои каналы уже сделал объявление и сюда тоже делаю. У нас завтра в воскресенье будет полнолуние, августовское полнолуние. Это полнолуние финансов, полнолуние удачи, полнолуние любви, полнолуние шепотков и вообще полнолуние наполнения жизненной энергией. Какие нужно делать завтра ритуалы? Во-первых, все ритуалы из плейлиста на полнолуние. Во-вторых, все ритуалы из плейлиста на удачу и деньги. В-третьих, из любовных ритуалов, из исполнения желаний и из шепотков. Это все плейлисты, ссылочки будут в первом комментарии. Поэтому время не тратьте, у вас есть время подобрать до завтра для себя подходящие ритуалы и провести их. Также правило не больше 2 ритуалов в день отменяется полностью. Вы можете сделать хоть 100, хоть 200. Да столько, насколько у вас хватит вашего времени. И еще главное условие. Если в каком-то ритуале вы услышите, вот вам нужно его сделать, да, вы нашли его в плейлисте, а я там сам своим языком говорю, что он делается на другие лунные сутки, на это вы внимания не обращаете и спокойно можете провести данный ритуал. Ну все, все ссылочки в первом комментарии. Также у меня завтра будет Таро онлайн. Уже идет предэфир на этом канале, ссылочка на него тоже будет уже там же в первом комментарии. Если хотите участвовать, переходите по ссылке и участвуйте. Все, всем удачи!